Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал «Россия». И вначале расскажем о погоде. В Карачаево-Черкесии сегодня преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 0-5, днем 2-7 со знаком «плюс». Местами будет до 13 градусов тепла. Ночью и утром на дорогах гололедица. В Черкесске сегодня без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью -1, -3. Днем 9-11 выше нуля. В начале года участились дорожно-транспортные происшествия на дорогах республики. В прошлом году по Ужегутинскому району произошло 17 ДТП с участием детей. В целях снижения детского травматизма сотрудники УГИБДД по Ужегутинскому району проводят профилактические операции «Уступи дорогу пешеходу». Полицейские раздают информационные буклеты и напоминают водителям о соблюдении правил дорожного движения. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент. Президент Алихан Лепшоков. Увеличение дорожно-транспортных происшествий с участием детей связано с несоблюдением водителями установленного скоростного режима. В рамках профилактической операции «Уступи дорогу пешеходу» сотрудники УГИБДД по Ужегутинскому району раздавали буклеты с важной информацией для автовладельцев. Очень важно при подъезде к пешеходному переходу снизить скорость и пропустить людей. И особую бдительность нужно проявлять по отношению к детям, когда они переходят дорогу. Целью данного мероприятия является привлечь внимание участников дорожного движения к данной тематике, то есть к снижению дорожно-транспортного травматизма, чтобы все участники дорожного движения неукосительно соблюдали правила дорожного движения, особенно скоростной режим и дистанцию в зимнее время. Хочу обращать внимание пешеходов, которые, находясь на улице, стали более заметными, то есть носили светлую одежду, а при переходе дороги всегда соблюдали правила дорожного движения. Важно отметить, что в прошлом году произошло 17 дорожно-транспортных происшествий, 5 из которых с участием детей. К сожалению, порой водители могут не заметить пешехода, особенно в темное время суток. Из-за отсутствия светоотражающих предметов водитель может не заметить человека, переходящего дорогу. И это приведет к непоправимым последствиям. Поэтому нам нужно быть внимательными и соблюдать элементарные правила, отмечают водители. Правила дорожного движения написаны уже не то что законом, а жизнью. И несоблюдение данных правил может повлечь за собой как гибель людей, так и порчу имущества. Соблюдать нужно всегда. Есть какие-то некоторые водители, которые не пропускают пешеходов. А вот больной вопрос вот это в центре, детский сад, остановка. Никто не переходит через переход. Вы как считаете, на что водителям надо внимание обращать? Внимание, надо всегда быть внимательным на дорогах. Мало ли что получается. Как отмечают сотрудники УГИБДД, водители должны обращать внимание на такие дорожные знаки, как пешеходный переход и внимание дети. Поэтому, дабы сохранить жизнь себе и другим, всегда нужно соблюдать скоростной режим. Алихан Лепшоков, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия, Ужегутинский район. И заглянем в календарь знаменательных дат. Оказывается, и у лифтеров есть свой праздник. Сегодня, кстати, день лифтера. Еще сегодня международный день десерта. Тирамису, пудинг, чак-чак, чизкейк, эклер, марципан, шарлотка, мороженое. Можно перечислять бесконечно. А может, среди перечисленного вы не услышали свой любимый десерт? Можно прямо сейчас его приготовить. Мы тоже после эфира устроим чаепитие. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия-1». Ровно в 9 смотрите программы «Ногайская редакция», в 14:30 «Вести» с Аллой Динаевой. Удачной вам рабочей недели, хорошего дня и встретимся завтра. Все, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке
Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис «Московский индустриальный банк». Мой дед, кубанский казак Михаил Иванович Еремеев, был... Моего прадедушку звали Алимурат Узденов. Моя прабабушка славилась в родном ауле как искусная швея. На Кавказе в каждой фамилии есть почтенные старики. Они всегда готовы рассказать о своих предках, людях, прославивших род. А в домашних архивах, старых альбомах и бабушкиных сундуках наверняка еще хранятся фотографии, документы и семейные реликвии. На основе этих воспоминаний и документов мы вместе с вами создадим документальный фильм, который станет частью исторического наследия вашего рода. Обращайтесь, мы всегда вам рады.